Итак, теперь пока не бегите, да, дальше. У нас тут еще желательно улучшение. Сейчас мы потом это чуть дальше рассмотрим. Лайки. Я объясню чуть позже. Домашнее задание. Вот сейчас посидите, то есть удалите все записи, да? Потом закомментируйте все поля, кроме, допустим, title и контент. Остальные закомментируйте. Потом создайте записи, а потом уже проведите, то есть раскомментируйте и проведите миграции. Вы будете получать исключения. Попробуйте поискать ответы. Многие пока вещи вам будут недоступны, но тем не менее этот навык надо начать приобретать сейчас. Это важно. То есть что делаем? Комментируем. Я уже сейчас это не буду делать с вами. Я хочу, чтобы вы это поработали. Сначала удалите записи. Проведите миграции. Создайте опять записи. Потом начинайте добавлять. Где-то будут исключения, где-то не будут. Важно начать приобретать этот навык сейчас. Вы с ним, с этим навыком будете работать все время. По крайней мере, что это даст? Вам даст четкое понимание, что все-таки Френке его можно предвидеть, да? То есть многие к одному. Иными словами, когда нам надо определить, что запись делал конкретный пользователь. Лучше всего, конечно, указывать в начале. Это говорит о том, что надо все-таки продумывать хорошо модели. Но тем не менее, ничего не критично. Все нельзя предусмотреть, но навык надо приобретать. Итак, тренируйтесь.